Приветствую вас на канале Red Cat. Вы смотрите февральский рейтинг ютуберов-роблоксеров. В своем рейтинге я беру каналы только от 40 тысяч подписчиков. Также есть еще три условия. Первое — это то, что должно быть не менее 30% от всех видео, которые были сняты в прошлом месяце, про Roblox. К сожалению, опять Pozi нас в этом не поддерживает, не снимает совсем Roblox, и это очень обидно. За 5 видео ни одного видео не было про Roblox. Также ребята не попадают в каналы, кто вообще ничего не снимает, либо же не снимает Roblox 2 месяца подряд. Ну и последнее условие — это то, что шортсов должно быть меньше 50% от обычных видео на канале. Ну и последнее объявление на начало месяца — это хороший повод стать спонсором канала. Если вы решили стать спонсором канала, если вам нравится мой канал и хотите его поддержать донатиком, то вы можете это сделать и получить при этом еще прикольные плюшки. Самые топовые, конечно, для топ-котят, у них есть возможность поиграть со мной. Поэтому, ребята, кому это интересно, кто может спонсировать канал, пожалуйста, вступайте в ряды спонсоров канала Red Cat. Ну что ж, начинаем рейтинг. Все данные о количестве подписчиков на каналах я брал в состоянии на 2 февраля 2023 года. Опять, ребята, рекорд. 81 канал попал в мой рейтинг, и открывает его канал Севинишка. Почти 41 тысяча подписчиков. И я смотрю, что этот канал любит снимать именно Adopt Me. Хотя даже про Doors тоже было уже видео. Топ 80 у нас открывает канал Джон Кобра, который только в прошлом месяце у нас добавился. Кстати, я смотрю, он тоже играет в лестницу. 79 место, и эта строчка принадлежит каналу Лерусик, с которым мы, кстати, играли давненько. Так что, кому интересно, можете посмотреть наши совместные видео. Уже 42 тысячи подписчиков на канале. 78 место — это еще один новичок нашего рейтинга. Это Aizen. 43 тысячи подписчиков. И я смотрю, это мой конкурент по Doors. По крайней мере, он тоже, как и я, любит поиграть в игру Doors Robots. Две семерочки на канале MyGame, у которого 52 тысячи почти. И тут довольно-таки интересные, веселенькие видео вы можете увидеть. 76 место, и это канал It's Alina Roblox. Алиночка уже насобирала 52 тысячи подписчиков, ребята, и тоже любительница Adopt Me. На 75 месте у нас расположилась еще одна представительница Adopt Me, крошка Настя. Слушайте, ну просто огромное число сейчас каналов растет именно на этой игре. Видимо, снова возвращается интерес к Adopt Me. 74 место — это канал Манка, 57 тысяч подписчиков. Как вы думаете, какую игру она любит играть? Правильно, Adopt Me. 73 место у канала Роблоксерши YouTube, которая любит рассказывать про бесплатные вещи, но не любит их ставить на аватарку, а все время ставит те вещи, которых получить вы не сможете. 72 место у канала Винтер, который уже поменял наконец-то свою заставку, а то до этого она была точно такая же, как у Кнопси. На 71 ступеньке у нас расположился Киберзаяц, который любит играть в разные симуляторы. Топ 70 у нас открывает Конфетка Play. Респект ей тоже за то, что снимает обнову в Doors. 69 место у канала Бандига. Бандига, я смотрю, уже начал играть в Box Fruit. До этого он играл только в одну игру, теперь уже игры две. 68 место у Кексович, которая тоже любит рассказывать про бесплатные вещи, у которой иногда довольно-таки крутые просмотры по этим бесплатным вещам. Кстати, ребята, про тележку я так и не снял видео, возможно, чуть позже сниму. 67 место у канала Янчикс, она поменяла аватарку, превьюшку. Прикольно, кстати, у нее так все выглядит теперь. Немножко мрачновато, но стилистика веселенькая. Две шестерочки на канале Влад АФК. Кстати, прикольная заставка теперь на канале. Снеговичок. Все довольно-таки забавненько. Он любит играть у нас в Pet Simulator, но и в Doors тоже иногда заходит. 65 место у Boombactus Play. Почти 80 тысяч на канале, но активность канала, к сожалению, очень упала. 64 место у канала Cherry Chang. Очень странно, но этот канал любит не Adopt Me, а играет и в другие игры Roblox, в том числе Tower of Hell и 3008. 63 место у канала Leon, который вам расскажет про разные интересные игры, но в последнее время активно снимает именно про Doors. 84 тысячи уже почти на канале Леона. 62 место у канала Бабушка Шошо Roblox. 88 тысяч уже подписчиков на канале, и все внучата с удовольствием смотрят бабушку. 61 место на канале UH Games, и там уже 91 тысяча подписчиков. UH Game тоже, я смотрю, снимает Doors, а также Bed Wars.
Топ 60 открывает канал Калантайка, у которого почти 93 тысячи подписчиков, и он снял только одно видео про симулятор пчеловода. К сожалению, сейчас Калантайка уже не выпускает новые видосики. 59 место у Тимохи, который тоже любит рассказывать секреты Doors, ну а также рассказывать про бесплатные вещи. Правда, видео стало очень-очень мало на канале по этой тематике. 58 место у канала GoofGoof, который любит играть в свою игру, которую он сделал самостоятельно, ну а также в симулятор пчеловод. На 57-й строчке дружбан Cuticon, которого можно поздравить со 100 тысяч подписчиков. Ну что ж, ребята, поздравляем Cuticon с галочкой и 100 тысяч подписчиков. Но на 5-м месте еще один дружбан Кнобзи, который тоже получил галочку и 100 тысяч подписчиков. Вот так вот синхронно ребята получают свои серебряные кнопки. Ника Шоу начала снимать уже другую игру, но учитывая то, что до этого она активно снимала Roblox, сейчас опять начала снимать Doors, то я включил ее в свой рейтинг. 53 место у канала Волчонок Вероника, у которой было всего одно видео на канале, но судя по всему там что-нибудь может быть интересное, так как это скорее всего сериал. По крайней мере написано серия номер 1. Ну, такие видео долго делаются, поэтому я понимаю, что было видео немного на канале. 52-я строчка, ребята, на канале Steam Team, который радуется, что с первого раза смог пройти Doors после обнова. Ну, это, кстати, круто. 51-е место, ребята, это канал Мирияка, которая любит у нас играть в Murder Mystery 2, ну а также иногда залетает в Adobe Me. Топ-50, ребята, открывает канал Minori, которая вас порадует разными интересными историями, но также она играет и в Doors. 49 место это канал Стиви Роблоксон, который рассказывает про бесплатные вещи в Роблоксе, но периодически, кстати, играет и в разные игры. 48 место у канала Цезарь, который обожает играть именно в Pet Simulator X, но иногда и поигрывает в Doors. 47 место это канал Зейс, который снял аж одно видео. Кто является поклонником этого канала, залетайте, смотрите. 46 строчка у канала Фролов. Активненько растет этот канал, уже набрал 147 тысяч любителей поиграть в Adobe Me. 45 место у канала Кронос, который активно играет в Pet Simulator, но иногда также снимается с котенком-игроманом. Кстати, Кронос, прости, что я убил тебя в игре Спиннер. Кто не видел это видео, посмотрите. 2/4 на канале Кликса, и с каждым месяцем он все дальше и дальше отдаляется от 200 тысяч подписчиков. Дело в том, что на этом канале идут пока только отписки, а не подписки. 43 место это канал Фанрикса, который всегда вам расскажет про Pet Simulator X, так что каждую субботу он стримит, заходите, смотрите. Но иногда тоже, как я, играет в Doors. 42-ю строчку я отдал каналу Juza Play, который 215 тысяч, и он по-прежнему каждый месяц делает разные эволюции. Иногда видео залетают, иногда не очень. 41-е место у канала Revin, который любит рассказывать про Pet Simulator X, Sonic и Doors. Если вы любите эти игры, залетайте к нему на канал. Топ 40, ребята, это канал Квикса, который выпустил прикольную анимацию, связанную с Doors. Я посмотрел, мне очень понравилась сама анимация. Ну, что касается озвучки, матов и так далее, то это комментировать я не буду. 39 место, ребята, у канала Little Toys. У него 223 тысячи подписчиков, и наконец-то Little Toys опять вернулась в Roblox, чтобы снимать новые видосики. На 38 месте у нас канал Фласка, который уже обогнал Little Toys, у нее стало 224 тысячи подписчиков. На 37 строчке у нас канал Люцийка, который любит рассказывать про бесплатные вещи, даже рассказал, как играть на финале в RB Battle, но не до конца. Кстати, ребята, в субботу, если вы смотрите это видео в пятницу, то будет еще одна попытка и возможность получить золотую корону. Так что придется записать для вас быстрое прохождение. 36 место у канала Бабка Шоу, который любит снимать прикольные видосики. Слава богу, что уже хакеры все от него отстали, и он может поиграть в Roblox и другие игры. 35 место, ребята, я отдал каналу It's Bro, еще один канал, который специализируется на игре Pet Simulator X и один из самых прокачанных в этой игре. Ну а 34 место досталось каналу RobleRom, у которого 319 тысяч, он обожает снимать различные симуляторы Roblox. 2/3, ребята, это канал Кида, который снимает по 3 видео в месяц. У него есть еще другой основной канал, на этот канал он видео снимает крайне редко. 32 место у канала Богдана Кора, который любит снимать про разные баги, про Pet Simulator X и прочее. Также у него есть второй канал Робби, но он его
немножко подзабросил. 31 место, ребята, это канал Динар, у которой, ребята, на секундочку, 400 тысяч подписчиков. Как вам 190 тысяч подписок собрать за один месяц? Даже самые топовые каналы не могут этим похвастаться. Видимо, работают халявные. Подпишись на канал и получишь, может быть, что-нибудь когда-нибудь. 30 место открывает у нас канал Ли. У нее 427 тысяч подписчиков. И она, я смотрю, тоже проходит Дорс. Просмотры, к сожалению, на этом канале сильно упали. Кстати, Лилит предлагаю поиграть в Дорс вместе. Так что, ребята, кто смотрит этот канал, напишите, возможно, она согласится. 29 место, ребята, это канал Брайса, который у нас специалист по Брукхевену, и у него уже 439 тысяч подписчиков. А его подружки Пироговой 92 тысячи, и скоро мы будем праздновать также серебряную кнопку для нее. 28 строчка в моем рейтинге у Пипи Пупу, который снял лишь одно видео за месяц. Очень странно, до этого канал снимал активный про А4. 27 место у Happy Fresh, он также как Пипи Пупу, снял только одно видео, и тем не менее у него 528 тысяч подписчиков на канале. Кстати, ребята, как вы думаете, стоит ли вообще включать канал, у которых, ну, к примеру, менее 3 видео за месяц? 26 место, ребята, у Капанды, у него 535 тысяч подписчиков, и он сейчас активно у нас играет в Blocks Fruits. Ну и, конечно, про Shinda Life не забывает. На 25 месте у нас канал Папа Плей, который продолжает играть в Дорс и озвучивает на русском языке, в отличие от своих детей, которые перешли на английский язык и добывают активно ему денежку. 24 место у канала Робзи. Неутомимый робот играет активно в Робокс и уже набрал 640 тысяч подписчиков. На 23 месте расположился Князич, который у нас все же так не бросает робокс и поэтому активно попадает в мой рейтинг. Две двоечки, ребята, это канал Ульянка Рейнбоу, первый представитель Улья. Собрала она уже 762 тысячи подписчиков. На 21 месте ее подружка Крошка Ева, у которой 840 тысяч подписчиков. Ну а топ 20, ребят, открывает Рыжий Кот Геймс, почти 1 миллион подписчиков на этом канале. И Рыжий Кот у нас очень любит всякие игры про машины, но иногда играет типа страшилки а-ля Дорс. Рыжий Кот, кстати, тоже предлагаю прогуляться по отелю, если захочешь. 19 место, это канал Smile Freddy, 965 тысяч подписчиков, и никак Smile Freddy не может доползти до миллиона. Думаю, что в следующем месяце Рыжий Кот его обгонит. 18 место у Песика Лайки, которого можно поздравить с одним миллионом подписчиков. Ну, учитывая то, что на шортсах он набил около 900 тысяч, то, в принципе, это было, наверное, несложно дойти до миллиона на обычных видосиках. 17 место у Альберта, в принципе, тут говорить не о чем. У Альберта 1,07 000 подписчиков, как было еще год назад, так и осталось, к сожалению, стоит на месте все время этот канал. 16 место у канала Ности, тоже поздравляю с миллионом подписчиков на канале, она даже уже умудрилась обогнать сразу и Альберта. Также, ребята, большая просьба, кто смотрит этот канал, заспамните, пожалуйста, Ности, что я тоже предлагаю поиграть в отель Дорс. Я думаю, что это будет очень топовое видео, и мне бы хотелось, чтобы вы его увидели. 15 строчка в моем рейтинге у канала Нубастер, 1,1 миллион подписчиков, и этот лимонный чувачок продолжает снимать разные видео в Роблоксе. Кстати, очень странно, что еще не снял на обнову в Дорс. 14 место у канала Йошимура, 1,130,000 подписчиков на канале, Йоши продолжает снимать активно с Улья видосики. И, кстати, ребята, в этом месяце я впервые по просмотрам обогнал этот канал. Очень даже приятно. 13 место у моей подружки Женяши Ларионовой, у которой почти 1,4 миллиона подписчиков, и она продолжает радовать вас видосиками про Adopt Me, но и не забывает поиграть и в Дорс. Так что, ребята, если вы хотите, чтобы мы вместе поиграли, обязательно ставьте лайк под этим видео. Топ-12, ребят, открывает канал Red Cat. Я надеюсь, что вам нравится мой канал. Спасибо огромное всем, кто подписался в прошлом месяце. Плюс 40 тысяч новых подписчиков я добавил. И 12,6 миллионов было по просмотрам. Это фактически рекорд за последний год, наверное. На моем канале очень много разных интересных видосиков, поэтому кто еще не смотрел, обязательно полистайте канал. Я думаю, что вы найдете для себя очень много интересных видео. Так что подписываемся и остаемся на канале. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись.
Две единички, ребят, у моего друга папа и дочки Games, с которым мы тоже скоро планируем поиграть и показать вам прикольные видосики. 1,85 миллионов подписчиков, совсем немножко осталось до 2 миллионов, так что, ребята, поддержите и этот канал. Плюс 20 тысяч новых было подписок и 29,5 миллионов по просмотрам. Очень хорошо, кстати, смотрит этот канал. Топ-10, ребят, открывает канал Вики Шоу Плей. Почти 2 миллиона набрала Вика, но никак не угонится за кошкой Ланой. Плюс 20 тысяч новых подписок было только и 9,4 миллионов по просмотрам. Топ-9, ребят, это кошка Лана. Наконец-то она перестала играть в свою спонсорскую игру, за которую она получала деньги, и перешла теперь наконец-то на Roblox. Плюс 20 тысяч новых подписок и 19,6 миллионов по просмотрам. Неплохие показатели на этом канале. Восьмое место, ребят, занимает крутой папа, у которого 2 миллиона подписчиков, и он рассказывает разные крутые истории в Роблоксе. Но подписчиков что-то мало, плюс 20 тысяч только новых подписок было, хотя просмотры поднялись до 12 миллионов. Кстати, хочу похвалить крутого папу, он полгода назад создал свой испаноязычный канал, это бывший канал LADL, и вот сейчас уже наконец-то пошли там просмотры, вы видите, что на некоторых даже по 2 миллиона почти просмотров. Поздравляю, крутой папа, что наконец-то начались хорошие просмотры и на этом канале. Седьмое место, ребята, у канала Family Play TV, который активно набирает как просмотры, так и подписки. Плюс 60 тысяч подписчиков и 41,3 миллиона по просмотрам. Обалдеть, очень классные, конечно, показатели для канала. На шестом месте у нас Cool Games. Давно он не попадал в мой рейтинг из-за того, что мало снимал Roblox, но в этом месяце исправился. Плюс 40 тысяч новых подписок и 23,8 миллиона по просмотрам. Желаю Cool Games быстрее достичь 3 миллионов подписчиков. Пятая строчка в моем рейтинге у новичка, который не новичок. Это канал Валеришка Сим, который после, ну, мне кажется, года или двух наконец-то попал в мой рейтинг, потому что довольно-таки много сейчас снимает видосиков про Roblox. Кому интересно, мы снимали совместно недавно видео, вы можете тоже найти на канале. Четвертое место у веселого кота, который продолжает вместе с Кроносом играть в различные игры. Посмотрите видосик «Убить или спасти». Мне кажется, что там будет мой канал. Плюс 10 тысяч всего было за последний месяц и 10,4 миллиона по просмотрам. После того, как котенок Лайк перестал с игроманом снимать вместе, то просмотры начали очень-очень падать на этом канале. Топ-3, ребят, у нас открывает котенок Лай, который тоже сейчас очень крайне просто мало снимает видосики, отдыхает, чилит на расслабоне, но когда он снимает, то сразу же эти видосы могут набирать по миллиону просмотров. Несмотря на то, что было всего лишь два видео, котенок Лайк набрал 40 тысяч подписок и 28,1 миллион по просмотрам. Ну а серебряный канал в моем рейтинге на втором месте Overshow. 5 миллионов 230 тысяч на этом канале. Просто невероятно развивается канал. Очень много его смотрят и очень круто подписываются. Плюс 150 тысяч ненакрученных подписчиков. 100 миллионов просмотров. Вот Пози, у кого нужно поучиться, как снимать видосы. Когда-то у Пози было всегда 100 миллионов, но сейчас он до них явно не дотягивает. Ну и на первом месте у нас по-прежнему Funny Family Games TV, у которых почти 6,9 миллионов подписчиков. Плюс 50 тысяч новых подписок набрал этот канал и почти 50 миллионов просмотров. Ну что ж, ребята, вот таким получился мой рейтинг в феврале. Надеюсь, он вам понравился. Не забываем ставить лайк, подписываемся на канал и ждем следующего месяца, чтобы узнать новые каналы, которые появляются в Роблоксе. Спасибо, что смотрели. Всем пока!